Всем привет! С вами Андрей Абатуров. Сегодня разберем один из видов чагинга и попробуем применить его в нашей игре. Этот чагинг состоит из следующих букв и слогов. Все слоги, за исключением буквы Щ и буквы Р, произносятся на вдох. Теперь разберем слоги и буквы по отдельности. Слоги ХАП и ПА проговариваются на вдох. ХАП-ПА, 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 ХАП-ПА. Буква «Щ» произносится на выдох, но вы проговариваете ее мимо гармошки. Буква «Р» тоже произносится на выдох, но она глухая, как и буква «Щ». То есть во время произношения вы проговариваете ее шепотом без голоса. Если вы проговариваете голосом, то это звучит вот так. В этом случае выдох получается неполноценный, поэтому необходимо проговаривать ее шепотом, как глухую «Р». Для начала попробуем разобрать этот чагинг без гармошки. Для этого включаем метроном 90 ударов в минуту и проговариваем весь чагинг целиком. Пробуйте это проговаривать до тех пор, пока у вас не станет получаться без ошибок. Во время произношения всего чагинга ваша верхняя губа все время должна оставаться на гармошке. Теперь пробуем сыграть с инструментом. Когда у вас стало получаться играть в этом темпе, пробуйте постепенно увеличивать скорость. Теперь я покажу, как это можно применить в вашей игре на примере блюз-фанка. Это будет сыграно на ре-гармошке. На этом все. Увидимся.